Мы на канале Денис Тайм. И сегодня мы открываем Kinder с Юхом. И сегодня мы открываем такие чупа-чупсы с Юха. Юха? Это такие зверьки? Да. Пушистые? Да. И симпатичные? Да. И милые, и хорошие? Да. Ну, интересно, что там за зверьки такие. Давай, открываем. Давай посмотрим. Шоколад нам не нужен. Неужели тебе не нужен шоколад? Да. Да? Да. Вот сегодня украсили наш съемочный уголок гирляндами. Посмотри, кто попал! Панда! Панда попалась? А ну-ка. Какая малышка милая! Какая красивая! Что, походим в вкладыш? Где она там? Серенькая с беленьким. Такая милашка. Хвостик вот у нее она, маленький беленький. Я нашел, вот она! Красивая. Вот. Я нашел, вот она! Вот! Есть там она, да? Вот. Можно я посмотрю? Держи. Вот она. Угу. Сзади. Есть, да? Да. Так. Давай еще раз. Видишь, она такая красивая. Папка, такая красивая, действительно. Ой, она мне нравится даже больше всех. Больше всех? Да. Очень милая. Она на картинке даже не такая красивая, как вживую. Да, мне она, очень понравилось. Да, эта панда очень красивая. Угу. Так, что там у нас во втором яйце? Это чупа-чупс, он очень даже правильно догадался, что нужно сделать именно с друзьями Юху. Киндеры. Сюрпризы сделать такие. Что там? Хвостик. Отломался хвостик? Или что? Вставляется? Ага, ну хорошо. А ну, кто там? Это Юху? Да. Да? Да. У нас такой есть уже. Есть такой? Да. Вот такой. Какие у него глазки черные. Это там мусор. Такой желтенький. Это мусор. Хвост у него. Это мусор. Это нам не нужно. Да, мусор убираем. Вот такой забавный зверечек. Да, и это тоже. И это тоже. Ну, давай. Держи. Давай я его голову. Давай тебе этот открывать. Давай. А то... А как же, как зовут их? Мама посмотрит. Там же их у них имена должны быть. А, понял. Что-то не написано, как их зовут. Так, ладно. Еще один Юху попался. Да? Не еще один. А просто он отломался хвостик. Хвостик. Ну, хвост у него не помещается в коробочку, поэтому они их вот так... А, это тот же, да? Я думала, это уже третий шарик открыл. Давай, пока ты открываешь, мама включит Санта-Клауса. Давай. Нет второго. Не, просто вот так. Он включен разве? Расставил немножко. Не страшно.
Так, и что там? О, еще один у нас друг. Да, Леха. Это новый. Это новый. Это барсучок, наверное. Знаешь, такое животное есть? Барсук. Очень миленькое животное. Давай еще вот включить. Еще? Такой пушистый он. Да? А хвост у него большой. Давай, может, мама поможет? Есть? Нет. Отпадает. Мне попался вот этот. Ага. Вот такой барсучок. А я если я не ошибаюсь. Барсучочек. Привет, барсучочек. Такой нахмурился, такой надутый какой-то. И животик у него такой пухленький, он, наверное, объелся чем-то. Вот какими-то вкуснятинами в лесу. А хвостик какой у него красивый такой. Все такие мягкие игрушечки, юху. А нам попался лев. Лев? Да. У них там лев тоже есть? Да. Серьезно? Да. А ну-ка, можно я посмотрю? Вот какой. Неужели это лев? Что это за животное? Это лев. А лев? Да мне кажется, это не лев. Кто? Это какое-то другое животное интересное. Ну там я даже лев. Не знаю, как там какое. Есть. Лев там такое тоже забавное есть животное. Лев там тоже есть. Немножко сову напоминает, вот, и барсука напоминает. Нет, это лев. И чуть-чуть льва напоминает, да. Но львы же такие не бывают. Не, бывают. Они это какой-то маленький зверечек. Да, это уже маленький лев. Маленький лев? Да. У них еще и лев есть. Да, я не думала, у них еще есть и лев. Угу. Какое-то уменьшенная копия льва. А это маленький. Угу. Это вы еще маленький. Это еще маленький мусор нам не нужен. Не нужен. У тебя же столько мусора. Очень много мусора. Но там не только мусор, там и шоколад. Смотрите, сколько у Дениса мусора. Хорошо. Мы его реализуем, этот мусор, правда? Другой! Вот! Угу. Что там? Вот! Ой. Еще какой-то! Белоснежный это такой. Человечек белоснежный. Да. Так, как же вставить правильно? Да, это очень красивые юбки. Угу. А я съем с головы. Не, бу-бу-бу, этот не трогай. Почему? Вот, бери вот эту какую-то часть, маме это нужно. А этот не нужен. Угу. Так. Вот такой еще зверечек. Ну, тоже из серии юха. Юха, это что за зверек такой? Не знаете? Ну, такие-то барсучки, мне так кажется. Барсучочки. Такие. Красивенькие, миленькие. У них такие маленькие ушки. И носик. А зато глаза какие большие. И хвостики красивые. Все, это последний, да, зверек? Хорошо. Держи. Ну, класс. Пишите в комментариях, как вам наш декор сегодняшний. Нравится вам наша елочка?
Вот наши гирлянды. Как мы все оформили. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайся на канал Денис Тайм. Всем пока, всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Смотрите нас еще. Твой молодец. Молодец, молодец. Пока-пока. Ой. Дёнь, смотри сюда. Давай.